Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Денис, и сегодня мы наконец-то же проходим 16-ю часть нашего выживания Майнкрафт. Я хочу первым делом себе шлемик замутить, потому что шлемика... Хотя нет, доходим уже это время, я просто сделаю сейчас броню. А железо-то у меня заканчивается. К сожалению. Я новую броню сделаю, я не знаю, куда я ее одену. Все. Я не знаю, когда я одену эту броню, но все же она у меня будет, потому что шлема, как видите, у меня уже нет. Видно мои наушнички. Все, и сегодня мы пойдем на вообще в пещеру, в той, в которой мы уже были, возьмем с собой много-много кира, где моя, где мои доски, возьму это тоже. Камень. Камень. Где же я его делал? Нет, нет, нет. Да не может быть. Где мой камень? Здесь же куча камня. Я сколько нарубил за эти части камня, и может... А, их всех, может, потопил этого камня. Это что такое? Растяпа. Ладно. Может, в подвале есть камень? Не мог же я весь камень забрать. Как там наши снеговички и прочее? Хотя я большую часть камня потратил на... Блин, нет, по гравии есть. Здесь же у меня морковка выросла, давайте соберем ее. А что такое? Вот. Ладно. У нас нету даже каменных кирок. Это меня в тупик приводит. Но у меня есть камень. А вот ли, где его потратил. Еще бы я мог бы его потратить. Нет, у меня будут каменные вещи. Вот у меня есть 17 камня. Не 17. Нет, 17. Нет. Не 17, 19. У меня будут каменные кирки. За мое пребывание в пещере я, конечно же, добуду больше. Так что не волнуемся. Все будет окейюшки. Ну, этих кирок нам не хватит, если мы вдруг найдем алмазы, если это вдруг случится. Нам нужно, так что с FPS только что было. Нам нужно побольше кирок, побольше мечей. Так, не, сначала надо палки сделать. Что ж такое? О. Вот. Меч. Мы возьмем два меча. Лыжник с собой. Так, железо точно не берем с собой. Землю берем, это не берем. Лопату. Не, в всякий случай лопату возьмем. Жратвы. Жратвы у нас с собой маловато. Сахар у нас тростника-то нету. Ну, тыквенный перх еще с собой возьмем. И печеньки. Все, я думаю, отправляемся. 5 FPS нулевой. Что только что было с моей дверью, я не знаю. Все, пошли. В эту самую пещерку, в которой мы уже были, но мы могли здесь не все найти. Потому что мы можем быть такими растяпами и... А, что с FPS? И могли что-нибудь пропустить. Это не та пещерка. Ну ничего, мы прорвем сейчас вниз, мы все узнаем. От нас не скрыть. Давай. А у меня факелов-то мало. Ай. Чё за звуки? А! Чё с FPS? Нет, FPS! Не падает до такого уровня. Ч
чё ж делать-то, а? Чё ж делать? Факелы мне есть? Вообще. Должны быть. Ну, уголек-то у меня есть, но почему так мало? А, стоп, не мало, все нормально. Что я постоянно туплю так? Значит, дерево мы тратим полностью на факел. И берем с собой еще дерево. Все. Теперь я спокоен насчет факелов, я теперь не спокоен насчет сколько мы протянем в пещере. На это же могут уйти большое время, может уйти. Так, это что такое у нас? Я здесь был. Я здесь был. Ну да, я здесь был. Это не обсуждается даже, потому что я в этой пещере уже был, все. Я в этой, не помню, какую-то часть снимал, я в этой пещере уже ходил. От этих пауков прям на душе немножечко так неспокойно, сразу ты такой холодочек проскакивает. Пошел вон, Крипер. Пошел вон. Надеюсь, он замочил? Нет, нет, не замочил. Не замочил. Осветим, чтобы никакие твари вроде скелетов не появлялись. Все. Мы здесь уже были, мы спускались до этого уровня. Я помню, я спускался сюда. В этой стороне здесь ничего нет. Так, тыкай кровь. Ой, мой заложитель. Блин, мне бы сейчас зелень, слабость и золотую яблоко, которое у меня есть. И зомби был бы жителем. Это так хорошо было. Мне был бы друг. Блин, в этой пещере так холодочка, что я не знаю. Мне зависло. Скелет. Я не знаю, что я тебе сделаю, когда я здесь доберусь. Так, здесь же у нас ничего нет. Здесь мы спустились и шли ниже. У нас уже 20-й. Вот это уровень. Здесь мы все золото пропустили. Да. Я когда видео пересматривал, я видел. Здесь лава. И здесь у нас 11-й уровень. Здесь мы могли и пропустить его, мы просто их не искали. Так что отправимся дальше за алмазом. Лазурит. Хм. Лазурит так лазурит. Нормально. Еще лазурит. Третий шестой уровень опыта. Отлично. Да что ж такое? Блин, что у меня? Он сам бежит. Это неправильно. Мой факел. О, он выжил. Если что, будем рыть ниже. Но мы сейчас роем 12-й. Мы сейчас стоим на 11-м. И мы можем захватить 10-й. Так, гравий. Нужно убрать гравий. Гравий нам не нужен. Но все же мы его соберем. Прокопаем здесь все, что только можно. И, возможно, найдем то, зачем мы сюда пришли. Главное, что булыжника мы не добудем. Мы добудем. Лава.
Слава, где-то здесь, да, вот он. Надо вокруг лавы все прорыть. Там, где лава, там по большей части выпадаются алмазики. Я, конечно, в этом не уверен, но... Почему бы и нет? Почему бы и нет, Чанки? Вот сюда пойду. Бедна моя кирка, она скоро сломается. Тогда мне уже будет плохо. Без меня. Чё делать? Чё делать? О, железо! Видите, а я его не заметил. В прошлый раз-то я его не заметил. Правильно ли я говорю? Да, в прошлый раз я его здесь не заметил. Потому что я не проводил здесь археологические раскопки. А теперь это все нормально. Все норм. Лава здесь у нас... Редстоун недокопанный был, давайте еще докопаем. Здесь уже рендер какой-то странный. А, какого черта здесь может быть? Могут быть алмазы, если... Ну, здесь их нет. И вообще алмазы я находил... даже бывало немножечко ниже, чем надо. Блин, нам бы сейчас ТНТ, и мы бы точно узнали. Сейчас, ладно, я прервусь, дойду домой и заберу ТНТ, потому что это слишком долго, и серию я не хочу затягивать это время. Ай, я пришел сюда, и мне этот черт, думаю, заваливать. Дальше. Короче, я взял два динамита, я сделал еще один динамит с помощью пороха. Мне, короче, по дороге повстречал кучу криперов. Если честно, ну, не верите, блин, тут... Я не знаю, как вам доказать, конечно, но я повстречал кучу криперов, просто их было, и я выбил много, довольно-таки много динамита. Ну, просто, ну, сделал, в смысле, много динамита, но... Я... Ай, ёж ты, блин, я забыл зажигалку. Так, один динамит я поставлю сюда. Второй я пока что сэкономлю, но где же мне сделать зажигалку тут? Мне придется сделать палки. И красный факел в таком случае. Забирайся, мотаем! Ага, здесь ничего нет. Ну ничего, покопаем вниз, посмотрим. Что здесь может быть? Какой-то уровень, 8-й. Было прикольно, если бы нашли. Так, коренная порода пошла. Их я еще не видел. Блин, так бы алмазы попали, если было бы... Чётко. Посветим. Я не останавливаюсь. Долго прокопала, чётенько, но я не остановлюсь. Пошли нахер редстоуны и подобные, пошли нахер, не смотрю. Так, железо, ну соберем эти. Были бы здесь алмазы, я был бы поспокойнее, конечно, но их здесь нет, по-видимому. Их здесь нетушки. То редстоуна здесь. Охереть сколько. Давайте что-то здесь динамит разрушим. Последний динамитик. Но нам ничего не поможет.
Ай-яй-яй. Оп, я вот такой. Столько гравия посыпалось, да? Что же мы здесь видим? Ничего. Роем дальше. Нахер. Не смотри. Мы же на третьем уровне. Нет, неудачно. Там здесь такая местность, что хрен пойми, ездить с алмазы или нет. А, я уже кирпич, блин, кирпичный дом построил, ё-моё. Не шути со мной, Майнкрафт. Откуда на таком уровне земля и железо? Ну, хотя бы железо собрали одно. Хорошо, но это плохо. Потому что алмазы тоже не мешало добыть. Ладно, вылазим отсюда нахер. Так. Сюда мы шли, да? Закроем нахер этот проход. Я не хочу больше про него думать. А? Что ж такое? Мешаешь? Это что такое? Паркур мастер. Здесь точно нет ничего. Здесь точно нет. Вот здесь бы копнуть еще. Ага, здесь я уже был. Здесь я тоже копал вниз. И ни хера еще не нашел. На 15 уровне точно не может быть. Ладно. Быть нам их сегодня, ребят, не получается. Ладно, будем прощаться. С вами был Денис, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо и всем пока, ребят, пока.